Алексей Кудин и его ударная мощь не нуждаются в излишних представлениях. Семикратный чемпион мира по тайскому боксу в тяжелом весе всегда был готов продемонстрировать свой удар и на арене смешанных единоборств, что и привело к 20 победам нокаутом в 38 боях. Очень многие именитые соперники испытали на себе всю тяжесть и силу ударной техники Алексея. Сегодня мы с вами посмотрим бой, который прошел 25 декабря 2015 года на арене Химки в рамках турнира Mixed Fight Combat. Соперником Кудина стал чемпион Украины по боевому самбо Евгений Болдырев. Спортсмен устрашающего вида, но с добродушным характером и бесстрашным сердцем. Евгений всегда был готов рубиться с любым соперником, чего стоят только два его боя против будущего бойца UFC Жерзини Розенстрюка. Болдырев и сам обладал очень увесистым ударом и не раз отправлял своих оппонентов в нокаут. Зрителя ожидала схватка двух мощных ударников тяжелого веса, а значит нокаут был практически гарантирован. Дорогие друзья, мы рады, что наше видео пользуется такой популярностью, а вы даете нам обратную связь, и все вместе мы делаем наш канал еще интересней. За прошедший год благодаря вашей активности собралась отличная большая группа подписчиков. И поверьте, каждый из вас и ваше мнение нам очень ценны. Но все же, очень много зрителей продолжают смотреть наши видео без подписки, а значит могут пропустить немало интересного контента. Поэтому перед дальнейшим просмотром не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые бои из мира смешанных единоборств. Будем надеяться, что все у него впереди, ему вот борьбу подтянуть, это просто будет настоящая машина. Машина, которая сможет уничтожать просто соперников любого уровня. Дамы и господа, дорогие друзья, представляю вам соперника. И первого настоящего слева от меня, синим углом октагона. Бойцу 34 года, рост 184 сантиметра, официальный вес 108 килограмма. Чемпион Украины по боевому самбо, чемпион Украины по унифай. А сейчас представляю вам его соперника, стоящего справа от меня, в красном углу клетки. Ему 31 год, рост 185 сантиметров, официальный вес 111 килограмма. Восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу из Республики. Дамы и господа, дорогие друзья, финальный инструктаж от рефери. Слушай внимательно мои команды. Правила действительно знают и тот, и другой, знают их прекрасно. Удачи. Алексей Кудин против Евгения Болдырева на Матч ТВ в прямом эфире продолжается. Турнир Mixed Fight Combat Химки 2015. Два настоящих богатыря, далеко за 100 килограммов вес. 109, насколько я помню, Евгения Болдырева, 111 Алексея Кудина. Да, практически одинаковый вес, и в этом компоненте полное равенство. Посмотрим, как будет развиваться поединок именно в первые минуты. Все-таки тяжеловесы выступают. И с тех самых лоу-киков, о которых говорил Вячеслав Василевский, начинает свои атаки Алексей. Да, выцеливает он совершенно явно своего визави. Так по-хозяйски Алексей Кудин занял центр клетки. И пока что так из-под лобья смотрит на него Евгений Болдырев. Кстати, движение, можем сказать, что не в очень правильную сторону Евгений Болдырев свое проводит. В сторону как раз сильнейшей правой руки Кудина он двигается. И в сторону сильнейшей правой ноги пока что ограничивается Кудин лоу-киками. Но что-то подсказывает мне, что вот если он сделает сейчас выпад именно в сторону головы соперника ногой, то есть хай-кик выбросит, то даже в случае, если он придется по защите, будут очень серьезные проблемы у Евгения Болдырева. Выцеливает у соперника Алексей. Кстати говоря, еще одну ремарочку можно сделать. Евгений Болдырев вновь у нас татуирован более чем достойным образом. А вот Алексей в этом компоненте абсолютно чист. И пытается также чисто попадать и аккуратно выцеливать соперника. Да, пока что продолжает лоу-киками разбивать Алексей Кудин своего соперника. Понятно, что Евгений Болдырев будет искать любую возможность для того, чтобы сократить дистанцию и пройти в ноги Алексею Кудину. Но Алексей очень аккуратен. Он будет сейчас
до последнего просто работать именно по нижним этажам. Видим еще один такой джеб по корпусу, апперкот навстречу. Но очень аккуратен Болдырев, он понимает, что вот сейчас в начале схватки ни в коем случае нельзя лезть так на рожон, рискуя получить сокрушительный удар навстречу. Болдырев просто ходит, просто ждет. Ох, как сейчас попадает-то Болдырев! Навстречу здорово, да. Здорово, но не теряется Алексей, не попадает он в Гроги. И продолжает работать все-таки первым атакующим номером в первом же раунде сегодняшней встречи тяжеловеса. Ну, там был размен, но все-таки вот именно попадание со стороны Болдырева выглядело более тяжелым. Еще один лоу-кик со стороны Алексея Кудина. Очень боится ошибиться Кудин, это видно. Но в то же время вот эти удары по корпусу, сложно сказать сейчас, насколько для Евгения Болдырева они болезненны. Но это все не просто так. Если получает достаточно много по корпусу спортсмен, он вынужден потом опускать руки для того, чтобы этот корпус защищать. И там, возможно, уже смена этажа, возможно, удары именно в голову. По защите, но плотно очень приходится удар справа в исполнении Кудина. Да, и обратите внимание, уже руки у Евгения Болдырева так приопущены. Вряд ли можно говорить о какой-то недостаточности функциональной, в первую очередь, сейчас, по истечении 3 минут. Темп неспешный совершенно. Вот сейчас навстречу опять только ринулся Евгений Болдырев и сразу очень жестко правым прямым отработал Кудин. И уже очень больно Евгению Болдыреву. Каждое попадание идут навстречу сейчас бойцы друг к другу. Но Болдырев опасен в размене. Здесь, пожалуй, Алексею Кудину можно посоветовать продолжать вот в том же ключе. Уже очень сильно хромает Болдырев. И каждое попадание Кудина по вот этой правой ноге Болдырева отзывается гримасой боли в том числе. И пытается отвечать он слева, но Кудин уже нащупал то место, куда он будет продолжать свои атаки. И, кстати говоря, навстречу также он готов перейти в любой момент на удар навстречу. И работать по этажам тоже характерно для этого бойца. Берет небольшую паузу. Ох, еще какой могучий удар, буквально взлетает вверх нога Евгения Болдырева. И что-то подсказывает мне, ну вот, возможно, эту минуту еще Болдырев в таком ключе продержится, но потом ему надо обязательно что-то придумывать. Алексею Кудину не надо рисковать, не надо идти сейчас на ближнюю дистанцию. Рисковать как раз должен Болдырев, потому что вот эта работа на дальней дистанции его просто убивает. А точнее убивают вот эти вот смертоносные хай-кики Кудина. Лоу-кики, конечно же. Но все-таки многократный чемпион мира по тайскому боксу, блестяще владеет именно этим компонентом, совершенно неудивительно. Кстати говоря, и локтями-то владеет Алексей очень-очень грамотно, но здесь пока ему это не требуется. А еще очередной лоу-кик в бедро с внешней стороны. Длинные шорты у Евгения мы не видим, если там сейчас гематома, но чисто визуально по поведению Болдырева можно сделать вывод, что чувствует он себя не очень комфортно. Да, прям уже есть, и падает. И добивание. Да. Два мощнейших просто удара. Ай, какой глубокий нокаут. И ведь этого можно было избежать. Сейчас, судя по всему, судороги у Евгения Болдырева. Там рефери изо всех сил пытается разжать сжатые челюсти Евгения. Ну какой же эпизод. Ну понятно, здесь вряд ли можно обвинять Кудина. Он бил, потому что бой не был остановлен. Но нам, и опять же, рефери тоже мы не можем винить в этом эпизоде, потому что, ну, упал Болдырев, и не было понятно, смотрим это еще нокаут раз или не нокаут. Все, он уже не был готов вот в этом, здесь, в этом моменте продолжать бой. Да, а так как бой не был остановлен, попадание. Два удара мощнейших в голову. В область виска первый, и второй туда же. Глубочайший нокаут в исполнении Алексея Кудина мы сейчас с вами наблюдали. И врачи колдуют над Болдыревым. Мы видели уже, и с нашатырем работали. Вот похоже, что чуть ли не кислородную маску сейчас будут одевать. Поливают водой. И похоже, что все-таки все в порядке с Евгением. Поднимается с конваса. Ну что ж, действительно, достойно уважения этот спортсмен. Но развязка наступила очень неожиданно для него, хотя совершенно не неожиданно для Алексея. Эти лоу-кики он проводил раз за разом на протяжении всего поединка. То, о чем предупреждал Вячеслав Василевский, сработало. Ну и ничего, кроме, наверное, сочувствия и сострадания по отношению к Евгению Болдыреву,
я думаю, сейчас многие телезрители не испытывают, потому что, еще раз повторюсь, вот этот глубочайший нокаут совершенно был необязательным. Просто так сложилось, и в этом нельзя винить ни Алексея Кудина, ни рефери. Алексей делал свою работу, рефери не мог просто понимать вот в этом эпизоде, что все уже кончено. И в итоге вот такая развязка, победа нокаутом. Мы, конечно, поздравляем Кудина, он безупречно просто провел этот поединок. Ну и вот так все трагично в каком-то смысле сложилось для Болдырева. Отбита нога. И сейчас вот видим, что Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, разговаривает с рефери. Мы не слышим, о чем идет речь, но вот, в общем, видим, что рефери тоже, в общем, судя по всему, раздосадован вот именно таким завершением этого поединка. Победу нокаута Алиша Поздравляем Алексея с блестящей победой, поздравляет его и Бату Хасика, вручает памятный приз. Но все-таки оглядываются на Евгения, который поднимается, уже поднялся и покидает клетку. Взаимное уважение спортсменов, то, как и должно быть в мире смешанных единоборств, да и вообще в мире единоборств в целом. Смотрим еще раз ключевые моменты этого поединка. В разменах Болдырев был очень опасен, но, еще раз повторюсь, Кудин был просто безупречен. Работа на дальней дистанции, то как раз о чем говорил Вячеслав Василевский, и могучие лоу-кики, которые в итоге сыграли решающую роль по ходу этого поединка. Еще несколько бескомпромисснейших поединков.